Всем привет, дорогие друзья! Прошло 2 недели, и сегодня мы будем закреплять арену. Итак, 2 недели не лазил я своим муравьям. И сегодня залез и посмотрел, а их-то тут уже 15 штук. А 15 штук, пора делать им арену. Пора делать арену. Итак, для арены я буду использовать вот такую вот баночку. Баночка небольшая. Присоединю пробирки и будет в самый раз. Что же нам нужно сделать? На эту доску закреплю баночку и также закреплю пробирку. Пробирки у меня стоят вот на таких вот крепежах. Первое, что нам надо сделать, это замерить, сколько же от низа крепежа до середины. 18,5 миллиметров. Значит, делаем 18,5 миллиметров. Нам надо сделать отметину на банке. Если смотреть вот так вот, ровно получится вот так вот. Да. Делаем отметину. Отметину на банке сделали. Видно. Точка, вот она, с отметиной на банке сделали. Теперь нам надо узнать диаметр. Конечно, жутко, чтобы не тревожить особо муравьев. Диаметр 14 миллиметров. 14 миллиметров — это по 7 миллиметров. Я хочу циркулем прочертить. Я думаю, надо прорезать, а потом глубже я ее уже сделаю. Так, ну в принципе дырка отмечена. Давайте приступим к прорезанию. Сейчас я ее буду прорезать. Дырку я буду проделывать вот так вот ножом. Отверстие буду проделывать ножом. Потом уберу излишки. Все. Практически уже получилось, надо подрезать маленько вот здесь вот с этого края, и будет все замечательно. Как раз. Все, отверстие готово. Вот, маленько подровняем края. Итак, отверстие готово. Теперь нам надо закрепить банку на деревяшке. Для этого я буду использовать два самореза и ничего более. Так, банка у нас закреплена. Теперь Смотрим примерное расстояние, где нам закрепить подставку для пробирки. Итак, получилась вот такая вот нехитрая конструкция. Крышку я думаю, что я не буду использовать совсем. Я буду использовать сверху марлю. Натяну марлю, чтобы был воздух. И затяну резинкой, чтобы они не смогли убежать.
Вот. Давайте закрепим. Есть у меня герметик для аквариума. Промажу край герметиком для аквариума. Ну что ж, промазали. Теперь дадим застыть герметику. И после того, как герметик застынет, будем их выпускать. Итак, друзья, силикон высох, держится все очень хорошо, но я подумал и решил, что крышку я буду делать прозрачную, а именно вот такую вот, из такого оргстекла, правда, тонкого не нашел, нашел шестерку, а крепить я его буду именно вот в этой, крышке от этой банки. Каким образом? Я сейчас просто обведу контур. Вырежу лишнее, ставлю туда оргстекло и просиликоню. И так она у меня должна будет стоять довольно-таки хорошо. Так вот, сейчас мы вырежем лишнее, а здесь я сделал отверстие и положу вот эту вот сеточку, тоже засиликоню ее, и будут они через нее дышать. Ну что ж, давайте вырежем. Для вырезания я буду использовать свой любимый ножик. В принципе, тут надо проколоть дырочку. Прокололи дырочку, а теперь вот этими очень хорошими ножницами мы прорежем все до конца. Прорезали мы отверстие. Давайте посмотрим, как туда входит наше оргстекло. Туговато. Надо вот здесь вот маленько еще подрезать. Аккуратно, а то я уже порезался, пока вырезал сетку. Так что техника безопасности превыше всего. Здесь вот еще немножко. Вот. Все, встало. И сюда она ложится замечательно. Ну что ж, осталось только ее просиликонить. Нашу крышечку делаем повыше, поднимаем бортик и давайте ее просиликоним. Силиконю я герметиком для аквариумов. Так, крышечку мы просиликонили. Теперь бы еще надо как-то закрепить сеточку. Дадим подсохнуть немножко. И после подсыхания
уберем лишний силикон. И в принципе все, можно будет наконец-то выпускать наших муравьев. Итак, друзья, силикон подсох. Подсох уже довольно-таки хорошо, сохнет быстро. Сейчас мы чуть-чуть подровняем. В принципе, все. Получилась вот такая крышка. Ну что ж, крышка готова. Давайте приступим к тому, что выпустим их. Итак, извлек я ватку. Давайте насыпем корма. Итак, насыпали корма и ждем, когда же первые смельчаки осмелятся переступить. Внюхивают, разведывают. Правильно, нет, но решил я положить вот в угол ватку с водичкой. Воду наливаю кипяченую. Такая получилась у меня арена. Муравьи все выбежали. И упорно хотят куда-то нести еще яйца. Вот такая вот арена. Давайте оставим их, посмотрим, что будет с ними. И через пару дней я вам расскажу, что же происходит дальше. Положил я им корма, положил я ватку с водой. Посмотрим, что они будут делать. Ну а пока все. На этом пока. Подписывайтесь на канал. Будет много видео. Заходите в комментарии, оставляйте комментарии. Правильно я сделал, неправильно. Ну, по логике все правильно. Воздух есть. Все есть, корм есть. Всем до следующих видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал.